Да это же... Кто это? Келли Осборн? Похоже, очень, действительно. Ну, давайте уже разворачивайте меня скорее. Уже хочется посмотреть. Один, два, три. Убирай руки. Ну что? Я обалдела. Я реально обалдела. Это вообще... Это просто бум. О боже. Волосы на месте. Как это неудивительно. Все осталось. Кто там? Господи. Кто там с той стороны? Ну, это точно не я. Я привыкла краситься чуть-чуть, то есть, чтобы... Или вообще не краситься. А тут вот такое превоплощение, такие эмоции вообще везде. Мне очень интересно, как отреагируют мои парни, что вообще они скажут. Поэтому мы можем сейчас смело вставать и ехать туда, в спортбар, для того, чтобы увидеть реакцию твоих парней. Смотрите, пока мы дела вершили, вы все футбол да футбол. Не надоело? Да нет. Нет, интересно. Ну, хотим вам сразу сказать, забирали мы от вас болельщицу, а вернем настоящую рок-звезду. Оззи Осборн, знаете такого? Конечно. Помните, как у него выглядела дочка? Нет. Ну, мы вам сейчас покажем. Давайте все вместе позовем Алену. Алена! Когда я ее увидела, это вообще просто супер. Какая-то рок, настоящая рок-звезда. Меня очень поддержала моя подруга Татьяна, то есть сказала, что я молодец, что я не боюсь экспериментов. Этот стиль ей идет, и теперь с ней можно идти на любую вечеринку, ее все будут фотографировать, это просто будет супер. Не каждый день я поживу в таком образе, в котором я нахожусь на данный момент. Это прикольный опыт, я рада, что попробовала. Спасибо вам большое, что изменили Алену, она стала вот такая.